Здравствуй, уважаемый зритель. Сегодня тебя ждет научное исследование, посвященное очень важной теме. Я профессор кафедры эволюционного прогресса Санкт-Петербургского государственного университета биологии и прикладной семантики имени Семена Тимофеевича Докинзова. И зовут меня Александр Александрович Дарвин. Современные ученые, проводя исследования ДНК, недавно доказали, что человек произошел от утконоса. Их ДНК совпали на 150%. Такого результата не было с другими видами вообще никогда. А с обезьянами наши ДНК совпадают на 98%, а с утконосом на целых 150%. Утконосы, также известные как Орниторниус анатиус проксинус, это животные, это эукариоты, животные. Тип хордовый, класс млекопитающий, отряд однопроходные, семейство утконосовые, род утконосы, вид утконос. Да, это всем известные животные из Австралии, очень классные такие зверьки, веселые. И кто бы мог подумать, что утконосы абсолютно похожи на людей. Их скелеты сравнивали многие поколения ученых и наконец-то пришли к правильному выводу. Одним из этих ученых был известный исследователь, известный русский исследователь Антон Фаренгейтович Линней. Сейчас мы поговорим с... Здравствуйте, я Антон Фаренгейтович Линней. Мы с группой исследователей относительно недавно открыли один очень важный факт. Мы рассмотрели 5 утконоса и 5 человека. Вы не поверите, оказалось, они совпали на 150%. Еще в прошлом веке ученые не могли себе позволить исследовать 5 утконоса на 150%. Но мы в наш век прогресса и современности, в 21 веке, смогли подтвердить, что утконосы, скелет утконоса совпадает со скелетом человека на 150%. Единственное, что отличает утконоса от человека, это большой нос. Единственное, что эволюционировало утконоса в человека, это именно нос. И поэтому мы считаем, что первыми людьми были армяне, потому что у них большой нос, армяне и евреи. Вот и все. Загадка эволюции разгадана. РНК утконосов изучал известный русский исследователь Сигизмунд Майорович Пастер. Сигизмунд Майорович Пастер провел многочисленные опыты над РНК человека и утконоса, конечно же, да. И он подтвердил, что это абсолютно одинаковые виды и даже роды. Здравствуйте, я Сигизмунд Майорович Пастер. И я действительно изучал РНК утконоса и РНК человека. Я их разгадал. И я понял, что они похожи на 150%. И кто бы мог подумать, действительно, 150% – это цифра уникальна и удивительна. Изучая мир дальше, мы можем удивляться новым его сюрпризам и новым открытиям, которые совершат ученые. А теперь давайте спросим Петра Хокинга о том, что он думает о моей теории. Hello, I'm Peter Hutorovich Hawking. I discovered a fact that helped my friend Alexander Alexandrovich Darwin to create his theory. It turns out that Blackitus, a primate, I've been involved in complex classification systems to discover this fact, and I came to the conclusion that the monkey classification and the classification of a Blackitus is the same 150% deep fuck. Исследования передовых ученых подтверждают мою теорию, и никто не сможет оспорить ее в ближайшие 150 лет. Исследования гормонального урегенеза и систематического полюцирования показали, что утконосы и люди родственники. Ближайшие родственники. Притом некоторых утконосов довольно-таки сложно отличить от людей по многим филогенетическим и генетическим показателям. А в завершении мне хотелось бы сказать, что нужно бороться за права утконосов. Я первый в мире организатор, да, движения утконосоминизма. Мы должны уравнять права людей и утконосов, потому что иначе никак. Утконосы — это почти те же самые люди, на 150%. И если вы не согласны со мной, то вы нетолерантные люди и просто вонючие утконосы-ненавистники. Всего доброго.